Вот это надо увидеть, потому что такого разнообразия расцветок в магазинах я в последнее время не наблюдала. 8 цветов на выбор, даже больше, чем у радуги. Ну, а я сразу хочу сказать, что в Забайкале, откуда я родом, уже минусовые температуры, и уже пора утепляться уже. Очень сильная модель, да. Дутики женские Валентина. Ну, все знают, что дутики полюбились нашим женщинам уже давно. Давайте посмотрим вначале на расцветки. Это белоснежный цвет. Мы докажем, что не нужно бояться белого, они выдерживают любые эксперименты с водой и грязью. Классический черный, ни для кого не секрет, отлично подойдет для любого гардероба. Отлично. Жемчужно-серый. Напоминает действительно блеск жемчуга, от этого смотрится статусно. Универсальный бежевый цвет, так же как и коричневый, любят женщины, в гардеробе которых присутствуют оттенки хаки, бежевые, шоколадные. Я выбрала сегодня для себя темно-синий цвет. Леночка выбрала для себя, красный. Да, красный и просто синий выбираю тоже для себя. Между прочим, потому что всегда, когда я выбираю для себя модную обувь, моя средняя дочка обязательно заберет. Забирает у тебя. Скидка 2200 рублей. Скидка больше, чем цена. 1999 рублей. Это цена за зимнюю обувь. Вы не ослышались, друзья мои. Мы вчера ходили в магазин, покупали дочке 2500 рублей сапоги зимние на ребенка. Я верю, но на самом деле я вспоминаю то, когда я училась в университете, я просто за этими дутиками гонялась. Да, абсолютно. Ну а сейчас точно. Мы обращаем внимание на то, что эта модель сегодня очень актуальна. Давайте посмотрим, дорогие друзья, на качество. Это завораживает. На наших сапогах, кстати, написано fashion. Это означает мода. Модные тенденции сегодня диктуют женщинам спортшик. Почему бы не надеть дутики женские Валентина, не украсить себя стильным полупальто, паркой или курткой? Давайте посмотрим сейчас. Наши девочки выбирают сегодня пальто Рона. Я тоже выбрала его для себя, синий цвет. Линой, смотри. Так. Наша модель состоит из микса двух материалов. Помните, я рассказывала вам о том, что наши дизайнеры для коллекции одежды используют дюспо. Эта ткань настолько популярна, что сегодня ее могут использовать и в пошиве обуви. А мы с вами проделывали не раз эксперименты, которые показывали, что ткань дюспо водоотталкивает. Вот и сейчас я попрошу Марию принести мне в студию водораспылитель. И обратите внимание, давайте прямо сейчас будем доказывать все действие. Да, посмотрите. Кстати, многие обратили внимание, что наш мысок выполнен как будто бы это нубук. На самом деле это эко-нубук. И сейчас очень важно понять, что наши дутики не промокают. Так мы вытираем. Смотрите, во-первых, не остается пятен. Вы просто протираете салфеткой. Но это еще не все. Сейчас я беру в руки чистую сухую салфетку. И если после того, как я приложу к этим дутикам, на ней останутся следы, значит, наш материал впитывает влагу. Я прикладываю и давлю сейчас, но у нас с вами все сухо. Ну вот смотрите, вот эту модель мы не мочили, да, вот вторую пару, вторую обувь, а вот эту намочили. Нет разницы абсолютно. Конечно, нет. Да, посмотрите, совершенно сухая поверхность. И я скажу вам больше, что сегодня многие материалы действительно проходят специальную водоотталкивающую обработку еще на фабрике. Посмотрите, дутики Валентина отталкивают воду, а значит, вы всегда будете защищены от простуды, от насморка. Вам не понадобится тратить средств в аптеке на средства. 1999 рублей цена всего лишь. Успейте выбрать для себя, конечно, эту красоту невероятную. У нас 8 цветов на выбор. Но внутри какая мягкость, такой мех. Слушай, вот похоже даже, что это вот натуральный. Это как он называется? Давайте посмотрим сейчас на мех. Я уже надела куртку, пальто Рона для того, чтобы вам показать, как дутики будут смотреться с элегантной юбкой. Ведь наша Вика выбирает для себя брючки. Итак, мех. Очень часто женщины почему-то относятся к искусственному меху с какой-то осторожностью. Так. А зря. На самом деле, сегодня дизайнеры нам предлагают и эко-мех. На самом деле, в эко-мехе есть преимущество. Такой мех можно стирать. Представьте себе, что сегодня, в 21 веке, дизайнеры обуви настолько далеко зашли, что даже такие дутики вы можете освежить. Поместите их в специальный сетчатый мешочек и простирните. Так вот, если на натуральный мех может скататься со временем, сразу потеряет, конечно, то эко-мех, с ним такого не произойдет. Он более практичен, но его толщина позволит носить эти дутики даже при морозах. Минус 10, минус 15 градусов. Ну это просто сенсация. Сапоги стирать в стиральной машинке. Это просто, знаете, фантастика 21 века. А вы свои сапоги можете простирнуть в стиральной машинке и при этом в минус 15 отправиться в них на прогулку. Выбирайте дутики Валентина. Мягкие, легкие, невероятные.
невероятные 2200 рублей. Это ваша скидка, это не цена. Всего лишь 1999 рублей. Это цена сегодня за вот это вот уникальное предложение. Посмотрите, легкий, невероятный. Он буквально даже вот одним пальчиком могу поднять, подержать. Может быть, даже если не скатится на мизинчике. Абсолютно легчайшие. Представляете, сколько легкости будет у вас на ножках, а внутри невероятный мир. Посмотрите. Ну, сколько легкости будет, я это могу почувствовать. Да. Невероятно легкие и удобные дутики. Я долгое время переживала, что моя нога еще не поправилась окончательно. И я думала, какую модель мне носить сейчас осенью, так. Лена. Потому что я иногда ее перебинтовываю специальными корректирующими бинтами. Но в этой модели настолько стильно, даже с юбкой, что я могу не переживать. Очень аккуратная модель смотрится. Я ношу 39-й. О. Если вы хотите для зимы обувь, можете выбрать даже на размер больше. Хотя этого не потребуется, потому что обувь садится идеально. У нее хорошая полнота. Мне даже ножка свободно чувствует себя. Ну и мех, а мех ты чувствуешь? Мягенький он там. Да, он очень мягкий. Ты знаешь, я чувствую, когда я их надела первый раз, у меня было ощущение, что меня окутывает невероятное облачко. Ой, вот это ощущение мягкости, как будто бы ты спишь на пуховой перине у бабушки. Вот она, ваша пуховая перинка для ваших ножек. Всего лишь за 1999 рублей. Ограниченная партия. Поэтому прямо сейчас дозвонитесь и выбирайте свои дотики Валентина. Выбирают, между прочим, по две пары. А знаешь, что мне понравилось, Свет? Что ты выбрала особый стиль ношения. Вот Вика сейчас была совсем по-другому. Это можно сделать. Кстати, сейчас у нас на подходе наша Танечка Бабурова. У Танюши полноватая зона икры. И вот эти дутики моделируют ножку и делают ее стройнее. Давайте посмотрим еще раз на мой стиль, как можно носить. Здесь несколько вариантов. Вы можете отвернуть мех. Здесь красота меха видна. Вот этот жемчужный отблеск. Очень красиво. Можете поднять сапожки, как вам заблагорассудится. А еще очень модно носить, когда носочки мягкие, чуть-чуть видны из-под наших сапожек. Mm-hmm. Лена, я обратила внимание, знаешь еще на что? Так. Амортизирующие подошвы. Очень важно, это очень важно. Это очень важно при ходьбе, это снимает нагрузку. И, конечно же, те, у кого ножки уже больные, венозная недостаточность, у кого больная спина, всегда приподнимайте пяточную зону. Здесь мы видим с вами хорошую добротную танкетку, но состав подошвы творит чудеса. Я словно отпружиниваю. Ну вот это получается, мы снимаем нагрузку со всего опорно-двигательного аппарата. Представляете, да. Какая забота о нашем здоровье. Даже если у вас есть проблемы в ножке, как у моей мамы, например, это косточка, отечность, боли в пяточной зоне, и вы не можете долго ходить, потому что просто отбиваете пятку об землю. Сегодня эта проблема решена с дутиками Валентина. У нас здесь амортизация, а значит, вы получаете заботу и защиту своего организма от ударов об землю. Вот так. Ну что ж, моя дорогая, 8 расцветок. Да. Это просто синий, красный, коричневый, бежевый, темно-синий цвет. Вы видите сейчас невероятную красоту. Вы знаете, что красный очень популярен? Да. Женщины его охотно заказывают. Черный, классический, серый и белый. А вот и наша Танечка. Обратите внимание, Танюша выбирает стильные брюки с вытягивающим эффектом. И мне нравится, что цвет брюк и цвет наших дутиков совпал. Внимание, совет стилиста. Так. Дорогие мои красавицы, у кого невысокий рост, полноватые ножки, вы впечатлены, вам хочется эту модель, заберите ее сегодня. Маленький секрет, если вы хотите ножки удлинить и сделать стройнее, лучше брюки, лосины или колготы выбирать тон в тон под наши дутики.